Здравствуйте, уважаемые сладкоежки! Вы любите натуральные сладости? Я думаю, любят почти все. Давайте же их сегодня приготовим. Это турецкий рецепт. Возьмем стакан кунжута. Рекомендую покупать только на рынке. Там его можно попробовать. В пакетиках он почти всегда горький. Заливаем водой в глубокой емкости и оставляем на ночь. То же самое можно проделать и с любыми вашими любимыми орехами. Утром отцеживаем через сито и пропускаем на блендере с большой мощностью, превращая все это в пюре. Если ваш блендер плохо крутит, добавьте чуть-чуть водички. И сейчас полученную кашицу из любых выбранных вами орехов мы должны смешать с финиками. Финики моем и очищаем. Пропорция 1 к 1. Здесь у меня 150 грамм пюре и 150 грамм очищенных фиников. Добавлю еще 50 грамм миндаля. Все, перекладываю в чашу миксера и еще раз как следует прокручиваю. Естественно, и миксер должен быть с хорошей мощностью. Сюда водички уже добавлять нельзя ни в коем случае. Сухофрукты также можно варьировать. Взять чернослив, курагу и так далее. Катаем шарики. Шарики получаются невзрачные. Если вас такой вид не устраивает, можно обвалять их в какао-порошке или в толченых в мелкую крошку орехах. Но вкус от этого не изменится. Шарики выкладываем в морозилку и используем по мере необходимости. Сладости натуральные, очень полезные и очень вкусные. Приятного аппетита!